забрали. Да, я не отрицаю, мы брали компоты с оленя, варенье. Но есть хотелось, честно, не отрицаю. Есть вина на это. Но в основном мы забирали те. Знаете, это подразделение, которое воюет здесь с мая. Вот их убирают. Сейчас пытаюсь все это потихонечку восстановить. А вот дальше пошло в бой. Потому что до Киева еще никто не отменял. Вот ребята работают. Убирают все надписи и все остальное. За время той атаки два БТР. Значит, работает. Ускоренный темп. Такой завтра поставлю уже 5 задач. И еще в очередной раз, как сказать, на данный момент мы воюем с терминализами, но мы ближе к подразделению поставлены бригады «Визрак», которые нам также очень сильно помогают, и на самом деле под общим подчинением мы их не находимся, товарищи мозгового и всего остального. Посмотрите, что там делается. Сколько одно маленькое размер подразделения смогло утащить. Сами задумайтесь, сколько мы здесь бригады точно. Ребята в Киев входила, тоже тащила техника. Сколько товарищи Татьяны что-то бросили. Ну да, а ты снимаешь, сколько там и работает. Внутри там мозги выковыривали, все такое. Да, внутри здоровье. Пулемет стреляет, а сейчас внешний вид направить, сейчас сделаем, все будет красиво. Кулибин, скажи что-нибудь. Мудачье, машину мыть надо, число передавать Кулибину. А говорят, что мы мародерим там, вот что мы смародерили единственное, отобрали трофейную технику. Скажи-ка нам что-нибудь. Да, за технику за это. Да. Смотри, в камеру такой. Что ты сейчас мы его сделаем до конца.